Знакомьтесь, это Елена. У нее есть чувство юмора и нет вредных привычек. Она считает, что здоровый образ жизни рулит, поэтому каждое утро крутит педали. Сейчас у нас лето, самая моя любимая, скажем так, пора. И, конечно же, это велосипед, это пляж, это загар. После велопрогулки Лена обычно отправляется купаться в лучах солнца, но сегодня все будет по-другому. Наряд на пляж ей подберут фокусники. Братья Михаил и Максим владеют секретами левитации и даже могут читать мысли. Но смогут ли они подобрать имидж вслепую? Давайте проверим. Но сначала познакомим наших героев по телефону. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Елена. Елена? Елена прекрасная? Самая прекрасная. Скажите, пожалуйста, куда вы собираетесь? Я собираюсь на солнце. Я хочу на пляж. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос очень странный. Какое вот у вас предпочтение? Что вы хотели бы на себе видеть? Я бы хотела что-то яркое, экстравагантное, что-то привлекающее внимание, да. И что-нибудь сексуальное, конечно. Сарафаны, юбки, да, вот это кокошники, я понимаю. Супер, супер, я жду в предвкушении. Сим-салабим, шопинг начинается. Фокусники те еще. Друзья мои, в походе за покупками очень важно рассчитать свой бюджет. Это очень важно для того, чтобы за один раз, все ваши накопленные денежки просто-напросто, как говорят в народе, не прогорели. И все это вам не то дело... в копеечку. Это очень важно. Ну, я думаю, у него деньги свои есть. И я тоже думаю, потому что я свои по-любому не дам. И дам тоже свои, не дам. Огонь, огнище. Они направляются к мужской одежде. Почему? Я не хочу мужском. Но братья знают, что делать. Для начала фокусники хотят пустить пыль в глаза. Что-то потекли. Во, братишка, кофта. Кактус, смотри. Точно самое. Ребята, а теперь тихо. Лен, тихо. Рассказываю тебе маленький секрет, чуть-чуть, который меня научила мама. Мама научила, мама его и моя мама. Давайте, мальчики, давайте. Самое главное, чтобы проверить ткань, насколько она хорошая, нужно ее немножечко... нагреть. Это либо физика. Просто поджечь. Лен, показываю медленно, очень нежно. Берешь огонь. Спички? Спички тоже мне не нужны. Я там сама зажгу своим появлением. Давайте мне одежку, которая будет огнищем. Огонем, да? И вот таким вот образом, не стесняйся. Так, они реально хотят это поджечь? Теперь потушим Леночка. Ее прям в кофту. Не волнуйся. Это очень важно. Пока ты не купила эту вещь, она еще не твоя. Да. Вот видишь, дым пошел. Поэтому смотри, ткань хорошая, медленно дуешь, сохраняет свой прежний вид. Значит, это можно по-любому брать. Где еще? Волшебники. Думаешь, подойдет ей? Значок? Да, значок. На пляж? Куда это? На пляж? Куда это прицеплю? Я не знаю, как это сам... так, ну, для пляжа как самое то, чтобы узнавали ее. Я не знаю. Как считаешь? Не, самое главное проверить ее на качество. Смотри внимательно. Если он хорошо легкий, то он будет очень медленно, да, левитировать, понимаешь? Такими, как вы, я ничему не волнуюсь, мальчики. Давайте, покажите фокус. Нарядите меня. Но потом фокусники поняли, все дело в шляпе. Вот послушай, если мы сделаем это... вот это, она будет просто королева пляжа. Лена, это Лена, будет ковбой. Сам Николай Дроздов надевал на обезьяну такую шляпу, поэтому, думаю, тебе как бы будет сам Антон Дроздов плохого не посоветует, понимаешь, да? Самое главное. Но. И сразу прямой билет в последний герой. Я не ношу черный цвет. Принципиально. Я солнце, мне нужно светлое и яркое. Вот такая тема, это точно не напекет. It's beautiful style. Натурель. Берем? It's beautiful magic style. На кассу. Почему они мужскую одежду это смотрят? Почему? Я девочка. Я хочу красиво. Елена, самое главное на деньги, на пляже, точнее, куда прятать деньги? Деньги? Зачем мне на пляже деньги? Зачем мне на пляже деньги? Куда прятать деньги? В любом случае, должен быть какой-то с собой мешок, сумка. Полезная вещь. Очень можно, полезная конечно, вещь. Сделать потайной карман, но понимаете, кстати, где что есть. Что-то есть. А, ребята, здесь просто сумочка уникальная, идет запасная, такой платочек для носа. Это... Но самое главное, есть еще измеритель луж. Давай обратно засовывай. Не засовывается? Повешай на место. Ребята, измеритель луж. 20 сантиметров, значит, нормально. 30 уже все. Потом. Глубины луж, понимаешь, да? Либо же просто... Лен, с палкой пойдешь, точно не утонешь. Вот такой лайфхак, да?
Как ходить с накопленными денежками? Для декора можно использовать, знаете, что вот... Михаил, все, подержи. Что угодно, все, что угодно, Максим. Смотри, брат, какая прелесть. Картина? Ты представляешь? Если нельзя картину с собой, то можно, может быть, и голубя тогда брать. Я думаю, это будет самое то. Макс, это не просто голубь, это знаешь что? Это мини-вентилятор. Мальчики, давайте, давайте уже нарядите меня в легкое сексуальное платьишко. Нужны очки какие-то проверенные временем, скажем так. Вот такие, ребята, очки, думаю, будет самое то. Она будет супер просто пляж. Лена, для тебя специально набирал такси, ну, такси. Давайте, мальчики, давайте, давайте, давайте. Ну что, ребята, настало время чудес. Сейчас Лена увидит, в чем ей предстоит пойти на пляж. Елена, добрый день. Вы не знали? Конечно, вообще. А зачем вот это вот такое? Вы сегодня такая ослепительная. Я надеюсь, вы на пляже будете так же сидеть. Смотрите, мы подобрали для вас кое-что интересное, необыкновенное. Надеюсь, вам понравится, и вы будете самой красивой на пляже. Вы готовы? Я уже вижу, да. Это вам самое главное, еще не забудьте очки для вашего образа. Кепочку сверху надену. Пожалуйста. Добро пожаловать, гримерочка. Проходите, пожалуйста. Цирк уехал, клоуны остались, да? Это класс. Итак. Что, ваша звезда готова? Звезда готова, неплохо, неплохо, неплохо. Коллега, поздравляю, профессор. Спасибо, профессор. Освоено. Подожди, еще кое-что. Если мне понравилось, у меня есть визитка отличного дизайнера. Он всегда все сделает красиво, сочно. А самое главное, зачем нам дизайнеры, да, когда есть вы? Это его визитка, это его визитка, понимаешь? Огнище, но, ребята, на пляж-то как в такой водичке? А ты знаешь, ты можешь перед пляжем, либо на после. Это после просто пляж. На пляж, сибирский пляж называется, знаешь? Вот наш свой. Да, да, сибирский пляж. Вот нормально? Вот. Можно даже купаться прям так. То, что максимально было, мы говорим, короче, ярко. Мы желаем тебе хорошего настроения, мы погнали на дальнейшую мысленно. Бам! Бам! Отлично. Все, давай, удачи. Счастливо. Но самое интересное еще впереди. В этом пестром наряде Лене придется загорать на пляже. Но в этот день солнце почему-то было не на ее стороне и быстро скрылось. Развести тучи руками фокусники не смогли, поэтому выбранный наряд оказался вполне по погоде. Если честно, не понравилось, потому что слишком много пестрости, много яркости. Я люблю яркое, но, наверное, не до такой степени. Вот. А местные наши любимые тюменцы отреагировали вполне так адекватно, потому что у нас погода-то такая. Солнышко то есть, то нет. И на пляже действительно, наверное, придется нам загорать вот в таком одеянии.